Так, сегодня я пришел потренироваться с самой крутой командой гонки героев, командой Газпромбанка. Не знаю, зачем я это делаю, но пойдем. Короче, ты наклонишься, я сяду тебе на плечи, давай. И вот так вот пройду. Как бы все не тяжело, как бы, просто невозможно. То есть это люди ходят с 9 до 6 на работу, вот эти вот киборги. 9 до 6, это на самом деле уникально, я горжусь, что я тренер, что я часть этой команды, реально. Это ребята, все они банковские сотрудники. То есть они не живут спортом? Нет. С 10 до 6, 10 до 8 они работают. А сколько они тренируются уже? 18 лет, наверное, да? С детства, с 3 лет их привели. Знаешь, и отдали. На самом деле нет. Гонка героев — это новый вид спорта, это, знаешь, бег с препятствиями. Это здесь должна быть выносливость, здесь должен быть силы хват. Здесь должна быть сила, взрывная сила. Если бы сравнивать с легкой атлетикой, это десятиборье. Надо обязательно выложить сторис, отметить этот спортзал. Иначе обратите внимание, я выбиваю, смотрите, с виду, да, что так они быстро они бегут, медленно. Ты вообще пробовал бегать? Вообще, в принципе? Да. Ну, если они бегут 12 км в час, то это дохера. Это выше. Больше, я думаю, что вот Сергей, который слева, из левой серединки, это вообще руководитель департамента, сейчас очень сложно называется, да. Они ездят по городам и селам и маленькие кассы ставят, эквариум. Вот эти ребята, я думаю, это топовые, они, по-моему, даже в одной команде. Вот, Рома, самый быстрый бегун, он стал третьим в Самаре в личке, среди там 100 человек. У него десятка за 35 минут. Да, так на минутку. Это на самом деле, вот то, что сейчас они делают, это отдых между рукоходами. Да, я не знаю. A summer filled with sounds of rain and substances, depression to obsession, and I can't remember none of it. Going where I wanna go, living like. Зато я стреляю хорошо. Да? Ну да. Что, как сложно? Сложно. Это самое сложное или вообще еще есть? О, нет, далеко не самое сложное. Какая самая сложная из этих? Для меня, наверное, вот там Пиноккио, где эти колышки. И вот этот ёршик, который тоже не подходил. Понятно, спасибо. Ты, короче, девчонок не снимай. Потом скажем, что ее никто пройти не мог. Только пацаны. Давай загубимся. 3 километра, я километр. Не, или бежишь 5 минут. Ну, больше за 5 минут. Больше за 5 минут. Я уже 90 метров пробежал. Че, устал? Я не чувствую усталости. Второе дыхание открылось? Ага. Последние минуты начинают скапливать, конечно. Все, стоп. Сколько? Ну было, там почти километр, да? 900 метров. 930. Блин. Не надо ее. Что ты все равно проиграл. Давай, давай. Вот так и иди. Да нет. Я уже не проиграл. Я добежал до конца. Притопи немножко. Я, кстати, без машины, если что. Так что ты не помри здесь на дорожке. Не хочу тебя огорчать, но ты проиграл дедушке. Сколько, говоришь, тебе лет? 22.
Ну ничего, поживешь, мое, научишься даже бегать. С учетом того, что дорожка и без тебя половину пробежала. В следующую среду мы улетаем, Бог даст, если в Польшу, на чемпионат Европы. И там препятствия, например, препятствие, которое называется спринт, 5 километров, 40 препятствий, из них 30 таких вот жестких рукоходов. То есть все, что с помощью рук. Поэтому сколько героев, это быстро пробежать, иметь сильный хват, иметь какие-то навыки ниндзя, чтобы пройти успешный рукоход, и сильный хват подтягивать, делать выходы. А, значит, лонг – это 15 километров, 60 препятствий, 3 гонки. Есть формат командный, когда 3 человека, каждый из них выполняет свою часть эстафеты, и 4 препятствие – это командная работа. Поэтому коротко ответить, что да, это похоже на гонку героев, но это не все. Потому что там еще нужно очень хорошо бегать. Там надо бегать десятку, там минут за 40-45, чтобы быть конкурентом в этой истории. Если, допустим, я, ну все, у меня руки не сгибаются, не разгибаются, я не прохожу препятствия, это как-то влияет на общий зачет? Конечно, влияет. Если ты в формате чемпионата, ты должен пройти каждое препятствие. Ты будешь его проходить столько раз, пока не пройдешь. Если не пройдешь, есть квал. А, прям да. Это я на гонке героев как-то бежал. Я вот на заключительную эту мандулу забраться не смог. Вот, но это, наверное, такой есть формат фановый. Да, да. Если главное... в чемпионате, если в чемпионате, то до последнего было, у тебя есть браслет. А в цеху его нет? Его 10 километров и 40 препятствий. 40 препятствий. Появился тренд спортивный. Появились люди, которые заканчивают двухнедельные курсы тренеров, инструкторов и пытаются лепить из людей и калечат их. Вот это же как бы не это тренер. Это вопрос другой. Смотри, про тренерство. У меня диплом тренера с отличием. Я этим занимался 4 года. Знаешь, не РГУФ, я учился в училище Олимпийского резерва, это при РГУФ. То есть это училище. Там учатся члены сборной России, но получается среднее специальное образование. Но после этого, еще год проучившись в РГУФ, у меня было бы высшее. Вот я, в общем, у меня среднее специальное образование тренера с отличием. Вот, я этим занимался 4 года. И, знаешь, говоря про тренера, тренер нужен. Не, как это? Это первая часть вопроса. А сколько важен контакт тренера и команды? Я отвечу сейчас на первый вопрос. Я уже забыл. Про тренера. Он нужен, какой-то вот человек, который круто выглядит. Из своего, знаешь, часто езжу в Америку, для меня это там лучшая страна, и я, ты, наверное, смотрел «Качай железо», когда Шварценеггер был Джим на Венес Бич. Кстати, приедет в Питер на какой-то. Да. У меня мечта была то съездить. Мечта была посмотреть Олимпию. Все нормально? Послушалась. А ты что бежишь? Я пока морально бегу с командой, но восстанавливаюсь после травмы. Катя... Кстати говоря, трактор. Вопрос о пользе спорта. Нет, надо просто все в меру. Надо знать, какой у тебя минимум, какой у тебя максимум. Ну, проверяйте, сломался. Сломался, значит, сломался. Вот не доводите до этого никогда. И берегите колени. И слушайте тренера. Если нормальный тренер. Слушай, а без тренера можно чего-то добиться? Конечно. Нет. Нет, конечно, нет. Слушай. Ну, сейчас такой, знаешь, как бы. Привет. Так, это мой друг Игорь Широков. Привет. Мы с ним знакомы с 98 года, учились в одном из институтов на разных факультетах. Балдеть. Потом жизнь нас раскидала в Москве, я в Питере. И, вот и да, в социальных сетях я увидел, что ты очень серьезно увлекся спортивной движухой, вот такой. Гонка героев. Гонка героев, ну ты половинку бегаешь. Да. То есть вообще вот это... к марафону. Я тоже. Решил, что я хочу пробежать Нью-Йоркский марафон. В 2020 году, поэтому времени у меня еще есть. Как ты вообще, как ты начал бегать в гонку героев? Где ты и где гонка героев, думал я в 98 году. Да просто, ты знаешь, на самом деле, толчком ко всему стал развод. Спасибо.
В 9 случаях из 10, если мужчина начинает лучше выглядеть, заниматься собой, путешествовать, он развелся. А в банке ты сколько работаешь? В Газпромбанке я работаю уже почти 2,5 года. 2,5 года? Да. А бегаешь? А бегаю, вот как начал гонку заниматься. То есть гонка героев меня подвигла еще бегать. То есть, короче, ты сидел в банке, перебирал бумажки? И увидел на сайте объявление, что набирается народ в гонку героев. И решил попробовать? И решил попробовать. Затянуло? Володя отбор проводил. Подтягивались, нажимались, делали бёрки. Я пошел домой. Офигеть. Вот она, цена успеха. Это у них банки отбирают паспорта и отдают только после успешного прохождения гонки героев. Физкультура — это, знаешь, это здоровый образ жизни, а спорт — это выиграть на соревнованиях любой ценой. Это разные вещи. То есть, короче, гонки героев — это тоже не про здоровье. Трэш. Ну блин, нет, что? Гонки героев — это другое. Это значит, это красивая картинка, это здоровье, эти, здоровый образ жизни. Кубики пресса — это жетончики, и это ты будешь еще эффективный в работе, в жизни, вообще человек. Эффективный человек. Травм? Нет, травм нет. Травмы, блядь, в шахматах могут быть, в гонке героев нет. Как это, уснул глазом, да? Во, большое спасибо за приглашение, за интервью, за тренировку. Ром, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Желаю вам, блин, ну, показать себя, сделать пожелай лучше, нам, на пожелай нам в Польше без травм обойтись, войти. Чтобы все было в шистку, в пожонку. А что это значит? Это все в порядке, по-польски. Да, спасибо. Спасибо. Все. Спасибо, Ром. Владимир Лаптев. Владимир Владимирович Лаптев. Владимир Владимирович Лаптев, физрук команды Газпромбанка. Самый крутой чувак в ниндзя-фите сегодня. Спасибо. Все, вот, спасибо большое. Спасибо.